Всем привет! Сегодня будем консервировать салат из огурцов с горчицей на зиму. Огурцы необходимо предварительно помыть и замочить в воде на 3-4 часа. Теперь берем огурцы и начинаем их нарезать небольшими брусочками или кольцами. Смотрите по вашему вкусу. У меня сегодня брусочки. Кусочки должны быть такого размера, который будет удобно накалывать вилкой и кушать. В отдельной посуде смешиваем сахар, подсолнечное масло, уксус, соль, черный молотый перец, сухую горчицу, можно взять обычную горчицу, и чеснок. Все тщательно смешиваем. Полученной смесью заливаем подготовленные огурцы. Хорошо перемешиваем их и оставляем огурцы мариноваться. Огурцы необходимо перемешивать каждые полчаса. Огурцы маринуем около 4 часов, можно немного больше. Через 4 часа огурцы уже очень вкусные и очень ароматные. Смотрите, как много рассола в огурцах уже выделилось. Я беру чистые стерилизованные банки и начинаю накладывать в них огурцы. Банки я стерилизую в духовке при температуре 150 градусов минут 10-15. Баночки необходимо накладывать плотно. Не забывайте добавлять в банки выделившийся из огурцов рассол. Дополнительно еще прижимаю огурцы в банках и по необходимости добавляю огурцы. И доливаю рассол. Смотрите, чтобы рассола равномерно хватило на все банки. Из полученного количества ингредиентов у меня вышло 9 пол-литровых банок. Теперь берем кастрюлю, на дно кладем ткань, наливаем теплую воду и ставим наши банки стерилизоваться. Воды в кастрюле должно быть по плечике банок. Ставим наши огурцы на огонь, стерилизуем 10 минут с момента закипания и закатываем. А вот так наши огурцы выглядят уже спустя неделю. Обязательно попробуйте приготовить и вы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте свои комментарии, а также делитесь своими рецептами. Пока-пока!